Горела церковь, в которой мама меня крестила, в которой веру мою и душу мою растила, в которой предки мои молитву возносили Богу, и из которой в последнюю шли дорогу. Я не успел прийти, чтобы поставить свечку, и лишь тревожно стучало в груди сердечко. Простите, предки мои, меня. Простите. Так сколько лет мне теперь за это поститься? Горит история страны моей. Ну, дудки. Сгоревший храм для меня как колокол, как побудка. Чтоб душа моя не оскудела в муках, я новый строю на счастье храм для внука.